Дорогие львы, это ваш гороскоп на 2024 год, и он предвещает вам интересный и насыщенный событиями период. Новые веяния, что вы чувствовали на протяжении последних лет, станут более заметнее для вас. Они могут превратиться в сильный ветер перемен, подталкивающий представителей вашего знака вперед к исследованию новых миров, ждущих своего первооткрывателя. Благотворная планета Юпитер до 26 мая 2024 года расположена у вас в 10 доме. Это дом карьеры, дом статуса, высших целей и достижений. Именно вы можете расширить возможности свои в сфере этого дома. Положение Юпитера в доме карьеры всегда предвещает успехи в профессиональной сфере. И в центре внимания будет находиться именно карьера. Придет этап важных достижений в профессиональной сфере. И удача на вашей стороне. Так что ставьте себе высокие цели. И некоторые из вас получат новую работу, предложения, какие-то новые занимательные процессы будут происходить в вашей жизни. Другие же займут более высокие позиции на своей уже существующей работе, а кто-то начнет масштабный бизнес-проект. Ваша репутация в целом может укрепиться, и вы можете почувствовать, как это пользоваться авторитетом в своем кругу. Признание обществом ваших заслуг позволит вам чувствовать гордость за того, кто вы есть на самом деле. Удачное время для владельцев собственного бизнеса. И вы можете рассчитывать на увеличение прибыли и расширение сфер влияния. Это также благоприятный период для начинания новых бизнес-проектов. Шансы на успех вырастут благодаря связям с иностранцами, с организациями из-за рубежа. Поскольку Юпитер управляет вашим домом любви, его позиция в 10-м доме для некоторых означает именно вступление в брак, любовный роман с человеком, который, возможно, даже обладает высоким статусом, может быть богатым или известным в обществе. В целом, это очень благополучный период для того, чтобы статус ваш поменялся. И это может быть и личный статус, а также бизнес и карьерный. И это может быть очень даже неожиданно. Уран на протяжении всего 2024 года по-прежнему расположен у вас в 10-м доме. А это те неожиданности, которые именно могут происходить по этому дому. И здесь он оказывает свое влияние на вашу карьеру вместе с Юпитером. Под влиянием уранических энергий могут раскрыться таланты, о которых вы прежде даже и не подозревали. Благодаря нетрадиционному подходу к работе вы сможете прославиться в своей профессиональной среде. Отношения с руководством и другими авторитетными фигурами иногда могут быть напряженными, потому что вы не любите следовать приказам. Желание стать свободными подталкивает вас к принятию именно радикальных решений. Однако постарайтесь избегать импульсивности. Воздействие Урана усилит Юпитер, который до 26 мая будет находиться именно в 10-м доме вашего гороскопа. У вас появятся отличные шансы достичь успеха на профессиональном поприще и продвинуться по карьерной лестнице. Обязательно воспользуйтесь всеми возможностями, которые предлагают вам звезды. И до 26 мая 2024 года Юпитер будет входить в ваш 11-й дом. И это дом друзей, единомышленников.
Также это дом, который характеризует любые группы, когда вы находите общие интересы с этими группировками, именно по общим целям. Это также вопросы интернета и социальные сети. И все это после 26 мая, то есть вторая половина года. И здесь этот показатель Юпитера останется до конца года. Поэтому этот период может дать вам удачу, которая даст именно проявление в социальной сфере, в социуме, социальная деятельность, работа в рамках различных организаций, союзов, клубов, ассоциаций, фондов, партий. Вы можете стать популярным в обществе, присоединившись к одной из таких каких-то групп по интересам. И выйдя из-за рамки своего личного круга, вы можете открыть для себя новые горизонты. Вы можете найти удачные возможности и новые впечатления именно через друзей, через единомышленников, через интернет-пространство, через социальные сети, а также через общественные группы и организации. Это очень благоприятный период для людей, которые свою деятельность ведут через соцсети, через блогерство. И тех, кто именно продвигает свои интересы в интернете, через социальные сети. И также популярные интернет-площадки. Наступает отличное время для расширения социальных связей, дорогие мои львы. Вы обретаете также новых друзей и единомышленников, которые могут вас понимать и общаться с вами на равных. Вы посвятите себя именно реализации смелых идей, ведь вдохновение помогает претворять в жизнь то, что ранее казалось абсолютно невозможным. И что немаловажно, что эти идеи могут принести вам хорошие дивиденды, то есть финансы. В это время лучше не оставаться в одиночестве и чаще бывать на публике и устанавливать новые контакты, новые партнерские социальные сети, которые вас могут продвинуть вперед, новые контакты, которые дают вам возможность раскрыть именно свои творческие таланты. И на работе однозначно, когда вы применяете эти социальные инструменты, они могут дать положительный результат. На что Льву следует обратить особенно внимание, это финансовая сфера. У вас в восьмом доме вашего гороскопа, который связан с общими финансами, продолжается транзит очень такого строгого Сатурна. И умеренность будет ключом к материальному успеху и процветанию в 2024 году. Сатурн призывает вас ответственно относиться к деньгам, инвестировать в свое будущее, избегать долгов и контролировать расходы. Важно иметь ясное представление об обязанностях и об ограничениях в сфере финансов и отношений, как с романтическими делами, так и с деловыми партнерами. Звезды советуют вам создавать фундамент с существующим отношениям, а новые отношения последовательно строить на основе прошлого опыта. Гороскоп 2024 года рекомендует уделить своей второй половинке особое внимание, чтобы поднять именно взаимопонимание на новый уровень развития. С наступающим вас Новым годом, дорогие мои львы! Пусть этот год принесет вам массу возможностей и красивых идей, счастья, любви, доброты и счастливых и добрых мгновений вам желаю в этом новом году. И пусть все те возможности, которые вам дает небосвод,
и звездное небо будут реализовывать все в положительном ключе. Всех благ вам, дорогие мои львы!